Раз, два, три, четыре! Тима, Тома, Тима, Тома, лучшие друзья! Тима, Тома, Тима, Тома, им скучать нельзя! Летом и зимой, громче песню пой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, не разлей вода! Тима, Тома, Тима, Тома, весело всегда! Летом и зимой, громче песню пой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Да! Тима, Тома! Тима, Тома! Тима, Тома! Большая уборка! Тома, ты выйдешь? Эй, Тома, пойдем играть! Тима, не могу! У меня большая уборка! Ой, ай! Мой мячик! Как его теперь найти в таком беспорядке? Так, значит, будем прибираться, мячик и найдется! Все это очень похоже на мусор. Тут есть и очень полезные вещи. Сломанная расческа. Выбросим. Починим. Так-так-так. Так, ага. Карандаш-щетка. Как удобно. Хочешь, расчесывайся, а хочешь, рисуй. А вот это что-то мне напоминает. Это же наш снеговик. Правда, он растаял. Надо дождаться нового снега. А вот это точно мусор. Правда, Тома? Что ты, Тима? Это деталь космического корабля. На старт! Внимание! Поехали! Корабль выходит на орбиту Земли. Что? Что ты там выкинул, Тима? Древую кастрюльку! Мне уже ничего не сваришь. Зато сюда можно посадить цветок. А сломанный стул, Тома, сидеть на нем нельзя. Выбросим. Выбросить верного коня никогда. Ха-ха! Но вперед! Захромали наши лошадки. Пусть отдохнут. Эх, хорошо идет уборка. Тим, что там у нас еще осталось? Старое одеяло. Ну-ка, ну-ка. Тима, это не просто одеяло. Это наш домашний домик. В таком доме ни дождь, ни снег не страшен. Тома, теперь нам придется в двух домиках уборку делать. Старый свитер. Во, какая в нем дырка! Это же тот самый свитер, в котором я пила молоко, когда была маленькой. Видишь пятна? Ох, какая я была маленькая! Но ты же уже выросла, Тома! Ну и что? В него еще можно влезть! Мой мячик! Ура! Ну, Тима, что там у нас еще осталось? Прошлогодняя газета! Вот ее-то и можно выкинуть! Выброси ее, пожалуйста, Тима! Ой-ой-ой, Тима, подожди! Кажется, я знаю, для чего нам нужна эта газета. Thank you.
сливы. Как вкусно! Сама вырастила. Сама? А как? Вот так, из косточки. Да? А из моей косточки получится? Конечно! Надо выкопать в земле норку, посадить косточку. Ясно! А еще ее надо поливать по расписанию. Смотри, здесь у тебя кухня, а тут спаленка. Спи, моя маленькая. Расти поскорее. Спокойной ночи, косточка. Спи, моя слива, усни. В доме погасли огни. Ух ты, Тима, что это? Это росток сливы. Молодец, Тима. Вы его купаете? Не купаем, а поливаем. Вода для растений – это как еда. Выходит, моя косточка голодная. Слушай, это мой любимый компот вишневый. Вырастет из тебя не простая слива, а вишневая. Червячок. Это что же, Тима, твоя слива? Ага. Как же так? Я ее выращиваю, выращиваю, а она... Тома, давай в футбол сыграем. Извини, Тима, не могу. Пора косточку кормить. Кормить? Косточка, как ты там? А может, росток уже есть? Может, он маленький, и его не видно. Не любишь ты, значит, компот. Ничего не понимаю. Почему слоники растут от компота, а сливы нет? Или сливы растут только у бегемотиков и мышек? Или ты неправильная косточка? Ты не хочешь расти, да? Та-дам! Ничего не получилось. Я построила ей квартирку, поила любимым компотом, спасала от холода и червяков. Но все напрасно. Тома, косточка любит только воду. И червяки не страшны. Главное, не надо ей мешать. Просто посади и жди. Правда? Так. Опа! Поймал! Ого! Твой росточек! Растет! Ура! Чш, не будем мешать сливе расти! Этикет! Уборка! Этикет за столом.
Здорово, поймал, Тима. Будешь вратарем. Нет, Тома, я не хочу быть вратарем. Я хочу быть воспитанным бегемотом. Вот. Тут все написано. Мы изучили этикет. Да. Правда? Вот здорово! Тима, не ликуй так шумно. По правилам этикета, радостные события отмечаются чаепитием. О, конфетки! Тима! Но Тима так скучает по воспитанному обществу. Да, он наш лучший друг. Скажет, вот в болото. Я пойду в болото. Скажет, учи этикет. Ай, выучу. Чаепитие. По всем правилам этикета. Первое, мыть руки. Второе, веселиться. Есть пирожные. Разрешите предложить вам стул. Благодарю. Чашечку чая. Еще одну чашечку, пожалуйста. Сахара достаточно. Спасибо. Все наоборот. Тима, привет! Идем гулять! Не сейчас, дочитать хочу. Мне чуть-чуть осталось. Тома! Ну ладно, я тебя подожду. А чуть-чуть, это вот столечко? А? Почти. Ура! Тома, давай ты подождешь на улице. Вот, почитай пока. Читать? Да это же скукотища. Я быстро. Полосатый колобок. Полосатый колобок. Ерунда какая-то. Ой, животно. А что это вы делаете? Сидим наоборот. По-обычному скучно, а вверх ногами весело. Я тоже хочу весело. А что делают, когда сидят наоборот? О, а я, например, читать буду. Я хочу, дай мне. Вы читать не умеете. Ой, зачем читать? Все по картинкам понятно. Вот же, нарисовано. Тут
про барана. Жадного барана он нашел арбуз и повез его на вертолете домой, в горы. Летел над елями и увидел грибы. Жадный баран захотел забрать их себе, но вертолет сел на ежа и загорелся. Тушить пожар прибежал жук-пожарник. Вот. А баран? Что с ним стало? Ему ничего, пара царапин. Пришел индюк и помазал их йодом. Во! Арбуз. Арбуз отлично прожарился. Жареных арбузов не бывает. Бывает! А по-моему, здесь все наоборот. Это история про красивого барашка. Он хотел выпрямить кудряшки. Намазал шерсть арбузным соком, но это не помогло. Тогда ему привезли из модного дома на вертолете специальный отвар из грибов и еловых веток. Шерсть стала, как у ежа, красивая! Девчачьи сказки! Сейчас, сейчас! Ух ты, слоненок! Слоненок решил утащить тортик у соседей. Большой тяжелый тортик. Ну, пиу! Леска лопнула, и неуклюжий слоник улетел в фонтан. Правда! Слоненок в фонтане. Тома, что случилось? Это плохая книжка. Там пишут неправду про слонят. Как это? Где? Да вот же! Видишь, слоненок крадет тортик удочкой и падает в фонтан. Все смеялись над ним. Подожди, здесь все наоборот. Однажды слоненок спасателем стал. Он малыша из фонтана достал. Тот рыбу удил, но свалился за бортик. Да я слоненку герою вручается тортик. Ха-ха! Слоненку герою вручается тортик, да! А что там еще написано? Хочу прочесть ее всю-всю-всю. Сверху все наоборот, тучка по морю плывет. Эй, Тома, гулять пойдем? Сейчас, мне чуть-чуть осталось. А над нею в белой пене в небе пароход идет! Девчонок не берем. Быстроногий мустанг, подожди. Тебе надо больше тренироваться, могучий буйвол. Я тоже хочу играть с вами в индейцев. Давайте я буду порхающая бабочка. Ну нет, мы девчонок не берем. Девчонки не бывают великими вождями. Ну и не надо, ну и пожалуйста. Мне что-то надоело играть в индейцев. Пойдем посмотрим, что там у поросят. Готово! Привет, ребят! Мы тоже хотим с вами играть. Мы индейцев не принимаем, только поросят. Только у поросят получаются лучшие в мире куличики! Да! Чего? Пошли отсюда. Да мы чемпионы по куличикам. Плохо танцуете. Не старайтесь совсем.
больше нет. Что же делать? Больше делать нечего. Не принимаем. Это нас-то. Мы бы таких куличей налепили. Таких. А вообще, обидно, да? Знаешь, Тома, наверное, тоже обиделась, когда мы ее в индейцы не приняли. Ага. Есть идея! Скучно. Грустно. А пойдем к Тиме и кролику. С ними всегда весело. Мы же их не приняли. Они, наверное, обиделись. Я бы обиделся. Надо просить прощения. Девчонок не принимают. Не очень-то и хотелось. Прости нас, Тома. Будь нашим вождем. О, порхающая бабочка. И нас тоже, простите. Возьми нас играть. Пожалуйста. Да будет так, неудержимый поросенок. О! Пейзаж. Готово! Что? Ты что? Я? А это я, что ли? Ты все время вертелась. А ты все время моргал. Знаешь, Тома, ну их эти портреты. Давай лучше рисовать пейзаж. Давай. А что это? Пейзаж, Тома, это природа. Зачем куда-то идти, чтобы нарисовать дерево? Ух, я его и так нарисую. Из головы, например. И вот такое. Или такое, или такое, или вообще такое, или такое. Да нет же, Тома, из головы они придумчатые получаются. А так, сам делишные. Деревья, Тома, не вертятся и не моргают. Они стоят себе смирно, а ты их рисуешь. А какое дерево мы будем рисовать? Можно елку, а можно клен. Или... Яблоню. Ну, и как рисуют эти пейзажи? Очень просто. Что видишь, то и рисуешь. Сначала ты рисуешь веточки. На веточках листики. Под листиками яблочки. Ой, Тома, ты что рисуешь? Медвежонка. При чем тут медвежонок? Не при чем, а прилег. Ну зачем же его рисовать? Ты сам сказал, что видишь, то и рисуешь. Я вижу медвежонок. Так, мне что теперь, и мороженое рисовать? Хотя нет, мороженое уже не надо. А теперь вообще никого. Надо только природу рисовать. Она никуда не уходит. Все время тихонько стоит. А еще на природе стоят кролики. Ой, то есть прыгают. То есть падают вместе с яблоками. Ура! Дома. Ты яблоки нарисовать успела? Успела, успела. А теперь зачеркиваю. Не подглядывать. А я и не подглядываю. Тима, а как нарисовать яблоки внутри медведя? Внутри не надо. Пейзаж – это то, что снаружи. Снаружи снова кролики.
Так, ну это уже слишком. Тома, не отвлекайся. Опять медведь! И мороженое! А, мороженое рисовать бесполезно. Оно тут же исчезает. Ой, и пингвин куда-то исчез. Ну, пингвин сейчас задаст нашему мишке. Мишка очень хороший тренер. Ну вот, уходит. Красота. Мне как раз осталось совсем чуть-чуть. Все, я заку... Что? О, успел. Ну-ка, ну-ка. Это ничего, Тима, что у тебя картинка немножко невзандельная получилась. А то зачем нам две одинаковые картинки? Ой, что это? А где яблоня? А, не поместилась. Природу рисовать очень трудно. Она постоянно вертится. Укротители! Так. Ага, это сюда. Оле, оп! Привет, Тима! Кулички лепишь? Нет, Тома, укращаю диких зверей. А где звери? Я пока так репетирую, без них. Без них, Тима, ничего не получится. Вперед! Ой! Зверя лучше брать на конфету. Тома, здесь же не водятся дикие звери. Просто никто не пробовал их ловить. Иду, Тима, прячься. Тихо. Попался. Ой. Ну чего? Это не спортивно. Мишка, а Мишка, а хочешь в цирке выступать? А? Я буду кричать «Алле-а!», а ты прыгать в обруч. А как же я в обруч? Со штангой? С какой еще штангой? Ну, я же атлет буду. А я тогда кто буду? Ну, ушел зверь. Ну и ладно. Медведи плохо дрессируются, а мы крупного хищника поймаем. Танцевать научим. Если он согласится. Ого! Выпустите! Мне редиску полоть надо. Кролик, а давай вместе в цирке выступать. Да, Тима – укротитель, а ты – дикий зверь. О! Рекс-фекс-пекс! Я не могу! У меня редиска! Мы согласны. Будем дикими зверями. Да какие же вы дикие звери? Мы! Ну, вообще-то... Начинаем наше представление! Выступает укротитель Тима и его дикие звери! Алле, оп! Ну, полюбите же! Ой! Нельзя! Сидеть! Ну, сядьте, пожалуйста! Эй, так нечестно! Надо слушаться! Вот, вот так! Алле! Оп! Вот еще! Мы дикие звери! Ну и ладно. Слушай, Тима, а давай ты будешь укротителем слонов? Алле, оп! Знаешь, Тома, как-то неправильно все получается. Давай лучше! Это...
Чего стряслось-то, а? Может, землетрясение? Внимание, внимание! Цирк культурных зверей приглашает всех в артисты! А вам это щечи нужны? И фокусники! И звери! Культурные! Принимаем всех! Ура! Ура! Здорово! Не по плану! Тима, а Новый год скоро? Через полгода. А что? Как долго ждать? А праздника хочется. А зачем ждать? Смотри, Тома, вот план праздника. Так, разошлите приглашения, подготовьте площадку и концертные номера. Приготовьте угощения, празднично оденьтесь. Отличный план, Тима! Ты куда, Тома? Празднично одеваться. Но это последний пункт плана. Подумаешь, кто их только сочиняет, эти планы? Умные бегемоты. Они просто ничего не понимают в красоте. Пункт первый. Приглашение. Пункт второй. Я вешаю флажки и фонарики, а ты сбегай разнеси приглашение. Ишь ты, он будет фонарики вешать, а я сбегай разнеси. Хорошо, главное по плану. Это все для маленьких. Хочется что-нибудь другое. Ай! Ага. Тома, что это? Фух, у нас будет вечеринка у бассейна, Тима. Но это же не по плану, Тома. Планы для бегемотов. А теперь концертная программа. О, разучим танец, Тима. Но это не по плану. Нет, лучше песню. Тима, запевай. А что запевать, Тома? Тогда фокусы. Ложись, Тима. Что-то мне не очень, Тома. И вообще, пора пироги печь. Ты раскатывай тесто, а я принесу начинку. Вкусное тесто. Пирог будет замечательный. Ты что, съела тесто? Ой, Тима, прости, я нечаянно. Этого пункта в плане нет. Что-то твой план не работает. Это не план не работает, это ты не работаешь. Пора переодеваться. А я уже грязная. Привет, Тима! Друзья, мы тут, знаете, старались, но... Класс! Настоящая лужа! Лужа мечты! Ура! Капусточка! Милая! Обожаю головоломки! А вот и я! Ура! Вот что! Все,
не по плану, но все получилось, Тома. Потому что главное в празднике – хорошее настроение, Тима. Подарки! Ага! А, это ты, Тима. Привет, Тома! Идем со мной! Не могу, Тима, я Деда Мороза жду. Я тут подумал, Том! Ого! Сколько конфет! Это мне? Дед Мороз всем подарки дарит, а ему никто. Вот, решил ему конфеты подарить. И правда, Тима, он всем, а ему никто. Пойдем подарим Деду Морозу твои конфеты. Вот так вот, так, вот сюда повесили. Открыть. Да, два. Еще здесь. Целая елка конфет. Хм, то есть половина елки. На целую конфет не хватило. Как это не хватило, Тима? У меня дома куча. Бежим! Тима, а мы Деда Мороза не пропустим? Не пропустим, Тома. Он ночью приходит, когда все спят. А я не буду спать. Дождусь его и скажу: дорогой Дедушка Мороз, приходи к нам почаще. Устроим еще один Новый год. Ура! Нет, нет. Дед Мороз пришел. Много-много конфет. Вот такую кучу. Вкусные. Пропустили. Как-то это странно. А мне Дед Мороз ничего не подарил. Он к нам еще не приходил, Тома. Ночью придет, когда все уснут. Пойдем. Не понимаю, Тима. Если Дед Мороз приходит ночью, почему он пришел к кроликам днем? Потому что кролики маленькие. Они днем спят. Нет, Тима, все-таки Дед Мороз уже приходил. Видишь, подарки забрал. Странно, Тома. Если это был Дед Мороз, то очень маленький. А еще, Тима, кажется, их было двое. Сразу два Деда Мороза. И мы обоих пропустили. Это здесь! Вот здесь, вот здесь! Вот! Сюда! Где? Куча конфет! Где же они? Больше нету! Закончились! Как же нету? Вот, мы только что их сняли! Смотрите, вот они! Вот они конфеты! Как я люблю! Тома, зачем ты сказала, что это от Деда Мороза? Ведь это неправда. Но они простроились. А так смотри, как рады. Дед Мороз такой хороший. Всем подарки дарит. А ему никто. Это неправильно. Давайте подарим ему что-нибудь. Свое самое лучшее. Чур, я первый. Это тебе, Дедушка Мороз. Интересно, ему понравятся наши подарки? Ой, а вдруг Дед Мороз не умеет кататься на велосипеде? Погоди, мне нужно тебе что-то сказать. Эх, пропустили все-таки. Ничего, в следующем году он снова приедет. А, смотрите! Ура! 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 Телескоп? Лук! С присосками! Сапожки! Резиновые! Настольный цирк! А наши подарки дедушка не взял. Не понравились. А, смотрите, а это что? Дорогие дети, главный подарок для меня — ваши хорошие дела. Спасибо. Молодцы. Ваш Дедушка Мороз. И тебе спасибо, Дедушка Мороз. Конкурс рисунков. Сегодня будет конкурс на лучший рисунок. Победитель получает коробку конфет. Ура, я обожаю рисовать. И конфеты тоже люблю. Все любят.
любят конфеты. А что мы будем рисовать? Каждый будет рисовать сам себя. Это называется автопортрет. А мы нарисуем 3 автопортрета, потому что нас 3. Да. Итак, конкурс начинается. Время пошло. Почему ты не помогаешь искать? Я его уже везде искал. Вставай и помогай! Вот он, автопортрет Тимы! Объявляю результаты. На этот раз в конкурсе победил... Кто? Первое место... Мне! И главный приз достается... Ну, в общем, конфеты достаются всем! Потому что все рисунки замечательные! Ура! Ура! Барабан! Тим! Тима! Что? Тима, пошли играть! Не могу, Тома. Сегодня концерт. Мне надо репетировать. Я с тобой. Мы не с мячом играть будем, а в оркестре. Привет, лисичка! Дай пас! Ты мне мешаешь! Опа! Кролик, давай играть в мяч!
репетирую. Поиграй в другом месте. Никто не хочет со мной играть. Никто. Что-то, Тима, мне так неохота готовить. И не надо, я принес яблочный пирог. Неси тарелки, Тома. Ура! Ох, как же мне надоело мыть посуду. Утром мыла, и вот опять. Давай я помою. Давай, Тима. Надо почаще в гости ходить. Тогда и готовить не надо, и посуду мыть. Правда, Тима? Правда, Тома. Ну, где там твой пластилин? Привет, кролики! Я к вам в гости. Привет, Тома! Как хорошо, что ты зашла! Будешь с нами ужинать? Буду! У вас тут все хорошо устроено. Дисциплина. Тома, ты разве не идешь домой? Еще побуду. Хорошо у вас. Это точно. Mm-hmm.
подарки. Доброе утро, Тома! Давай, помогай! Ну, я же в гостях. Ну, как хочешь. А где моя каша? А у нас, Тома, есть одно правило. Кто не работает, тот не ест. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Это были неправильные гости. Я в правильный пойду. Хорошо у вас. Свобода! Не то, что у кроликов. Сыграешь с нами? Я выиграла! Нет, Тома! У нас такие правила. Кто меньше выкинул, тот и выиграл. А кто проиграл, посуду моет. Да! Тома, а давай еще сыграем? Спасибо, я лучше пойду. Как хорошо, что ты зашла, Тома. Скажи, как мне эта шляпка? Очень красиво. Нет, это лучше. А то я тебе дарю. Ой, спасибо, лисичка. А к шляпке у меня платье. Очень красиво, лисичка. А как тебе моя шляпа? А бусы как? Очень красиво. А вот, посмотри, перчатки как? А с этой шляпкой шарфик как тебе? Или с другим платьем? А туфли? А пояс? А браслет? Очень красиво. А сель? И это красиво. И так хорошо. А давай я тебе посуду помою. Посуду? Какую посуду? Ох, как у меня дома хорошо. Что хочу, то и делаю. Хочу халву ем, хочу пряники. И восхищаться никем не надо. Как тебе моя новая шляпка, Тима? Очень красиво, Тома. Ночной воришка. Пирог с черникой. Угощайтесь. Черника очень полезна для здоровья. Партия, приятного аппетита. А мне пора. А как же пирог, мышка? Объедаться на ночь вредно. Портит фигуру. До свидания, друзья. Заходите в гости. Пока, мышка. Интересно, испорченная фигура – это как? Ой-ой-ой, Тима! Лучше съедим это на завтрак. А может, я у тебя переночую? Хорошо. Ну, чтобы раньше прийти на завтрак. Ням-ням. Спокойной ночи, Тома. Спокойной ночи. Доброе утро, Тима. Лучшие друзья. О, привет, Тома. Мне приснилось, что уже утро, и мы завтракаем. А когда это ты успела съесть пирог? Я? Может, это ты его съел, Тима? Вряд ли. Я не завтракаю, не почистив зубы. Значит, у нас побывал воришка? Кто он? Кто-то с очень плохой фигурой. Надо его поймать и спасти. Может, съедим по кусочку, Тома, а? Это уже не пирог, Тима. Это приманка. Готово. Теперь главное не уснуть. Проспал.
пирога. Он опять приходил, воришка. Какой хитрый. Придется сделать хитрую ловушку. Будем ждать. Тебя? Это что же, были мы? Да, мы ели пироги во сне. Нет, Тима, мы ели на самом деле. Но знаешь, Тома, твою фигуру это не испортило. Правда? Тогда давай съедим по кусочку. Давай. Пирог с брусникой. Угощайтесь, друзья. А как же фигура? В новом номере журнала «Зверское здоровье» написано, что сон натощак бывает очень беспокойным. Это точно. Все хорошо в меру, друзья мои. Ешьте, ешьте, пока пирог не остыл. Очки. Ой, что это? Привет. Придется тебе, Тима, поносить очки. Недолго, пока зрение не восстановится. Очки? Очки! А можно мне тоже? Тебе, Тома, очки не нужны. У тебя идеальное зрение. Не хочу очки. Я не очкарик. Могу поносить их за тебя, Тима? А давай, Тома. А мышке ничего не скажем. Ага! Я красивая, Тима! Ай, ты всегда красивая, Тома. Так, макароны. Где же соль? А вот. Привет, Тима. Привет, кролик, заходи. У меня газонокосилка сломалась. Посмотришь? Конечно, позавтракаем и за дело. Хоп. Макароны с сыром. Приятного аппетита, кролик. Спасибо, Тима. Давай у меня лучше позавтракаем. Ну, чтобы время не терять. Так, вот это? Или нет, вот это? Какие мы красивые. И главное, умные. Вот, не заводится. Инструкция есть? Так, посмотрим. Давай ты почитаешь. А я начну чинить, чтобы время не терять. Мощность мотора установите на зеленую отметку. Ни в коем случае не на красную. Проверьте, крепко ли закручен масляный щуп. А, так у тебя масляный щуп не закручен. Ну, кролик, заводи. Ура, заработала! Ну, я ж говорил. Ой. Ой, Тима, она пошла косить поселок. Вперед, на спасение мира! Ой! Тома? Привет! Привет, лисичка! Какие у тебя очки? Очень стильно. Присаживайся. Спасибо, лисичка. Ага, присядем. Ой, прости, лисичка. Ничего, Тома, угощайся. Спасибо. Что? Ой, лисичка! Я нечаянно. Я тебя спасу! Лисичечка, прости, пожалуйста. Знаешь что, Тома? Сейчас. Смотри, там восстание машин. Ой! Ну,
Держи! На зеленую отметку. Ни в коем случае не на красную. О, а вот и масляный щуп. Закручен крепко. А теперь заведется? Тима, я боюсь. Спокойно, я в очках отлично вижу. Заводи, кролик. Работает! Спасибо! Ура! Ой! Ну как? Я все вижу! Без очков вижу! Звезда, слон, пудель! Зрение восстановилось. Теперь можно опять читать, но только при включенном свете. Берегите глаза, Тима и Тома. Да уж, будем.